В школе Артека открылась лаборатория экспериментальной биологии. Белки, вызывающие у нас с вами аллергическую реакцию. На ваших объективах написано 100, а рядышком oil, то есть масляный. Современное оборудование позволит организовать практические занятия с ребятами по изучению микроскопических объектов, закладывать необычные опыты, исследовать свойства биологических систем на клеточном уровне, выполнять учебные проекты. Водяная баня для разогрева сред, сушильный шкаф, стерилизационный шкаф для стерилизации посуды, центрифуга для получения осадочной и надосадочной жидкости, термостат для культивирования и выращивания микроорганизмов, ламинарный шкаф для работы с микроорганизмами, счетчик для подсчета лейкоформулы, мазочки крови, иммуноферментный анализатор для определения титра антител, для определения гормонов щитовидной железы, репродуктивных гормонов и онкомаркеров, автоклав для стерилизации питательных сред, готовых питательных сред, и автоклав для утилизации выращенных и использованных форм микроорганизмов. В декабре старшеклассники, изучая иммунную систему человека, знакомились с клетками крови, ответственными за реакции иммунитета. И на этом фоне вы будете встречать вот эти вот белые кровяные тельца – лейкоциты. Ой, нифига, прикольно. Для улучшения качества разрешения и контраста объекта мы используем иммерсионную систему. Ребята, видите палочку? Я опускаю масло. И она исчезает. Пространство между линзой объектива и препаратом заполняется иммерсионным маслом. Таким образом, мы убираем преломление света в воздушной среде и повышаем качество изображения объекта. Вот теперь можно рассмотреть клетки крови и найти различные формы лейкоцитов, неутомимых борцов за наше здоровье. Нейтрофилы защищают нас от патогенных бактерий, грибов, простейших путем фагоцитоза. Эозинофилы важны для защиты против гельминтов. Антитела, иммунитет – настолько актуальная тема, что учителя тоже захотели побывать в лаборатории. Врач моментально вас направит в поликлинику. Учителей, как и детей, пришлось учить с самых азов – работе с микроскопом, осваивать теорию и приступать к практике под присмотром биологов. Я этот препарат, вот каждую клеточку, увеличу в 2000 раз. Капаете капельку масла на предметное стекло, на препарат. Вставляете препарат в препаратодержатель. Вот препаратодержатель. Это у вас ракушка. Она уже сотка. Эмоции учителей не меньше, чем учеников. Посмотрите, может быть, я все-таки его нашла? Кого? Эозинофил. Да. Вот! Нашла! И обратите внимание, ядро как две сосиски вместе, да, соединенные. И да. Клеточки кругом. Это что, цитоплазма? Это да? И гранулы, видите, там находится нейротоксин. Ясно? От напряжения. А этого нет. Вот. Я получила удовольствие и вообще вот буду сейчас долго-долго переваривать всякие разные ваши названия. Большое спасибо. Надеемся на новую встречу. Хорошо, конечно. Антитела, клеточная память. Это тоже вот для нас очень актуально. Спасибо. Ожидала много, но оказалось еще больше. Учителя биологии школы Артека приглашают всех ребят. А также любознательных учителей получить новые знания. Освоить технику микроскопирования и увидеть невидимое. Выполнить исследовательские проекты в лаборатории микробиологии. Школы Международного детского центра.